Привет, и мы сегодня снова в Первомайском сквере, но на этот раз вечерком решили погулять, посмотреть на вечерний город. Не часто мы гуляем по вечерам в центре, поэтому присоединяйтесь. Теперь проехались мы через весь город. Надо сказать, такие пробочки. Ой-ой-ой. Песня ваш вечернее платье, стоя лицом к стене. Я бежу, свяжу шрамы. А вот наши собачки знакомые. У нас где-то есть видео. Отсюда две их видео. Где-то третья заболела. Какие-то вкусные запахи доносятся. Пометочки сделали. Вот такой вот у нас центр Новосибирская вечером. В конце лета 29 августа 2024 года. Да, Марина говорит, снесли халабуду, стало еще лучше. Ну да, она как-то не сильно вписывалась в интерьер сквера. Гастрокорт на любой вкус. Что мы будем пить, есть, пить? Кофе. Пойдем пить кофе. Сумочок такой. Да.
что здесь? Это пристанище байкеров. Байки в центре города. О, смотри, сколько. А вот что-то академия кушает. Да. Весело, шумно, многолюдно. О, пойдем сюда, зайдем. Ну вот, закупились мы кофеечком. Интересный уголок. Цветы продаешь. Ну да, интересно. И только потом Бентли им согласовывает это, они там заключают. Ну тоже какой-то старинный стоит. Ну, наверное, еще с основания этого парка. Туалетик спрятался за 50 рублей. Что делаешь? Припрет, и будешь платить. Такой самокритичный бард. Ну а вот, собственно, почему мы сегодня поехали вчера. Увидел ли фото вот с этим фонтанчиком, который сияет синими цветами радуги. И решили его поснимать. Ребята, тут как тут. Ну что, скажешь, красиво сделано.
Был такой он не презентабельный в свое время. Саудеповский, а сейчас он такой мишка. Подсветочка. Смотри, какой косяк летит. Куда-то на север. Только да вообще чайки. О, городе чайки. Все, вода мокрая, да? Это камушек знаменитый, дырявый. Как всегда, облюбованный. Молодые люди. Девчонка не хочет уходить. Ну, неплохо, неплохо. Реконструкцию делали долго, упорно. И вот что из этого получилось. Вот такой закат у нас. Слушай, ну, их там летают прям больше, чем на море, наверное. Мигрируют. Ну вот, собственно, сегодня мы... Ага. Сегодня мы побывали в вечернем парке. Посмотрели на обновление. Ну что, у нас тоже человек. Посмотрели на обновленный парк, на фонтанчик светомузыкальный. По традиции. По традиции мира, добра, счастья вам, удачи, успехов, здоровья, долгих лет жизни вам и вашим близким. До новых-новых встреч на просторах интернета. До свидания. Пока-пока.